Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что же, у нас окончание турнира, и забираем свои награды. Так, 9600 этих сюрикенов Леонардо ДНК у нас оригинальный, 50 штук, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну что, сразу переходим и смотрим. Ну, здесь у нас Микеланджело оригинал будет на этой неделе разыгрываться по испытаниям. Сейчас посмотрим, у нас мания майки. Здесь нам нужен кто? Ну, наверное, видение, да? И все. А, и космос. Погоди-ка, майки космос нам нужен? А мы сейчас проверим. Заходим в магазин. Предметы. По-моему, так, да? И монеты, смотрим. Ну да, майки космос нам нужен. Это единственный, который нам нужен из космических черепашек, хорошо. Значит так, что у нас там еще по испытанию? Городская война, тени на солнце. Это у нас разыгрывается Кунаичи и Шинигами, отлично. Ну что, друзья мои, а первым делом, что мы с тобой делаем, это, естественно, буст. Так что погнали. Поехали. Турнирная арена. Так, обновление прошло буквально час назад, так что надеюсь, мы с тобой не опоздали и сейчас, как всегда, рванем. Так, давай ко мне 11-11. Вот, отлично. 11-11. Выбираем наших самых-самых-самых слабеньких. Это 45 уровень. Поехали. Ну, естественно, самые слабые у нас получается в 3 раза сильнее, чем самые сильные у них. Ты видел, как Рокстеди поправил себе штаны? Они, видимо, сползли в тот момент, пока он бежал. Так, что это за зависоны такие? Мне это не нравится, ребят. Какие-то подлагивания. Так, ну, в любом случае, здесь мы с тобой подбили их всех. Ну и двигаемся дальше. Так, загрузочка, все дела. Смотрим. Так, переходим, наверное, на, конечно, воин 2 звезды. И 79-я у нас с тобой позиция. Так, давай-ка мы попробуем найти с тобой 11-12. Вот, отлично. Так, я вижу здесь Карайка 18 уровня, плюс Хан. Также здесь затесался Кирби Охламончик, но, в принципе, для нас это не проблема, ну, согласись. Так, наша бравая команда прибежала. Здесь Хан. Слушай, а у них Хан и Карайка, это, кстати, два инициатора. Давай-ка мы сделаем, наверное, вот так вот. Этого, я думаю, достаточно, чтобы здесь их бомбануть. Да, мне нравится, как выглядит вот этот суперудар у именно у Донателло. Потому что чем-то смахивает на удар нашего Армагона. Ну что, здесь победа очередная наша, и смотрим, куда мы с тобой перемещаемся. Воин 3 звезды, очень хороший у нас буст идет. Очень хороший, поэтому давай попробуем взять 12-13. А вдруг, кто его знает. Немножечко здесь с тобой паролим. Ай-яй-яй, 11-12. Нет, ну такой расклад меня не устраивает. Ну вы же чары, ты посмотри, не хотят давать мне. Эй, ну хотя бы верните мне. Нет, не хотят. Ладно, друзья, давайте тогда брать, ну, вот эту команду, я думаю, да? Будет совсем неплохо. Как ты видишь, уже ранг 21. А у нас с тобой 51. Так что поднажали. Так, тут у нас Леонардо Космос. Ну что, делаем массовую атаку, естественно, Рафаэль. Хоба, и все? Твою ж налево, я думал, сейчас будем здесь драться. Ага, тут получилось просто какое-то сплошное убийство. Так, ну что, отлично, отлично все. И мы с тобой уже в элите. Одна звезда. Расслабляться рано, я тебе сразу скажу. Вот, наконец-то начали давать 12-13. Я, наверное, возьму... Ну, вот этих вот первых самых. 28-й, кстати, почти 30-й уровень здесь у противника. Раз, два, три, четыре. Ну, здесь, естественно, у нас Хан будет первым, судя по всему, ходить, потому что у него очень большая инициатива. А потом, скорее всего, Саблезуб. Но сейчас посмотрим. Здесь можно дебаф сделать, но он нам не нужен. Пич. Упс. Это что такое? Криса Брэдсворда не смог завалить. Да 51 уровня, ты серьезно? Да.
Ну ладно, тогда давай так добивать их всех. Ты смотри-ка, они хоть и 51 уровня, ребят, но они слабые. Знаешь почему? Потому что у них не прокачаны скиллы, еще раз говорю. Их навыки первого уровня — это вообще ни о чем. А у них 100% либо пятая ступень, а может быть даже полностью прокачаны. Так, ну что, как ты видишь, у нас здесь идет небольшая задержка. То есть мы в элиту 2 звезды с тобой не залетаем. Ранг 6, то есть немножко задерживаемся. Но видим, что здесь уже 12-14 по кубкам получается. Так что буст, он никуда не девается. Раз, два, три, четыре. Тут у нас 51 против 30 и 31 уровней. В принципе, разница в 20 левлов — это, ну, приличная. Но опять же, подожди, я не понял. Ага, 4 на 4. Давай посмотрим, на что у нас готова наша белочка. Или лисичка. Так, ну Мондагек она сразу запинала, это отлично. И, естественно, оригинал добивает. Оригиналы, вот как по мне, ребят, если их прокачать полностью, считаются, наверное, на втором месте, если смотреть из всех черепашек. Я имею в виду из всех именно классов. По-моему, оригиналы очень даже серьезные, ребята. Ну что, у нас элита 2 звезды, как ты видишь, ранг 45. И мы продолжаем. Так, 12-14, а давай-ка мы попробуем повысить нашу планку до 13-15. И это получается у нас. Так, уровень пока стоит на прежнем. Как ты видишь, 31-32. Мы с тобой уже переходим на 53. И, кстати, уже full комплект, то есть 5 персонажей, а не 4, как было до этого. Ну и к тому же, как ты видишь, у нас здесь очень много массовиков, практически все, кроме Рафаэля. Так что здесь должны мы с тобой очень быстро пройти. Так, и скорее всего Крэнк. Ну, естественно, Крэнк, наверное, добьет своей ракетой, как он обычно это делает. Как добивающий он очень даже неплох, даже на своем таком вот уровне 52. Ну что, мы двигаемся дальше и смотрим, куда мы переходим. Да, в элиту 3 звезды и позиция 63. То есть уже самураи. Да, 13-16. Кстати, это круто. И у нас с тобой 64 монеты. Надо будет потом зайти в магазин и прикупить что-нибудь. А что-нибудь это кто? Микеланджело. Ну, по-моему, мы уже не сможем взять, так как он куплен уже был сегодня у меня. И откат не прошел еще. Так, ну что, давайте маузеры бомбите своим лучом. Слабая слишком атака, если честно. Тогда еще вот так сделаем. А Рокстеди выжил. Но это ненадолго. Ну что, победа. Ничего другого здесь и не предвиделось. Это понятно. И двигаемся дальше. Да, а вот и самураи. Ну что, 90-я позиция. Я думаю, что, наверное, нам придется здесь все-таки два поединка провести, чтобы как-то переместиться. На удачу тут надеяться не стоит. И, кстати, смотри, уровень-то уже 41-й, а мы до сих пор на 50-х висим. То есть они нас потихонечку уже догоняют. Оторваться, естественно, уже, ну, никак не получится, если только через хаев. Но хаев я пока не хочу сюда брать. Есть возможность своими силами бороться, будем так и делать. Так, выпускаем дух Они. Да чтоб тебя, ты посмотри. Добить-то сможешь его? Так, Майки упал. Давай попробуем Рокстеди теперь. Да чтоб тебя. Так, бросим холодильник. Опять же, еще раз повторю, ребят, все зависит от прокачки навыков. Ну, Кунаичи здесь ничего не было. Этот уходит в инвиз. То есть, грубо говоря, он теряет ход. Так, Микеланджело выпадает из кадра. Давай сделаем выпад из кадра. Неплохо, кстати, ударил. А у него повышенная меткость, оказывается, была. Так, ну-ка, бросаем свой бумеранг. И победа. И смотрим заодно с тобой, куда мы сейчас переместимся. На какую именно позицию. И уже отсюда, в принципе, можно делать какие-то определенные выводы. Так, было 90-е, смотрим.
23-е. Ну, как я тебе и говорил, два поединка в среднем нам придется с тобой тратить, чтобы перейти из одного ранга в следующий. И к тому же 14-17 у нас есть. До сих пор, смотри, здесь до сих пор встречаются бронзовые и серебряные призеры. Интересно. И также уже есть золотишко здесь попадается. Угу. Так, два Леонардо здесь. Начнем, наверное, вот с этого. Потому что он у нас хиляет. Так, не пробили. А если так сделаем? Есть контакт. Теперь сделаем массовую атаку. Наверное. Давай бросим гранату. Ага. И сделаем вот так. Добивочку. А этот будет отхиливаться, скорее всего, да? Или что, иммунитет у него? Плюс постепенное исцеление, но оно ему уже не пригодится, потому что не успеет им воспользоваться. Погоди. Отлично. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут по факту получается. Куда мы там переходим? А переходим мы в самурае, а место получаем 63-е. Нет, это не порядок. Давайте ко мне повышенную ставку. Вот, 14-18, отлично. 46-й, 47-й, 45-й, да, выходит. Ладно, смотрим, что у нас. 54-й, 54-й, 55-й, плюс 55-й. И сюда я, наверное, все-таки возьму 60-й. Это на всякий случай. Потому что если что-то пойдет не так, мы уже не сможем себя перестраховать. А здесь, в принципе, все будет крутенько. Ну, вначале бросаем баллон, понятное дело, да? Чтобы по возможности только двоим заблокировали способности. Кирби здесь как бы не нужен нам. А мы его даже не ушатали. Так, давай водяной пистолет. Окей. И плюс залп. Так, Донни выжил. Ну, вот сейчас в данный момент отыграли очень даже неплохо, я тебе скажу. По всем критериям, даже несмотря на то, что у нас был нейтрализатор. Но без него было бы тяжело, на самом деле. Вряд ли бы что-то вообще так получилось хорошо. Но в самурае 3 звезды мы с тобой не попадаем. И вот только после этого поединка все будет окей. Так, давай, 14-18 есть. Как мы видим, 42-43 ранг. Поэтому возьмем с тобой, наверное, ну давай паукуса. Паукуса возьмем, он здесь немножечко поможет. По вашим рекомендациям вы сказали, чтобы после того, как я прокачиваю нейтрализатора, стоит прокачивать паукуса. Хотя у нас на самом деле есть еще в очереди, знаешь кто? Вот-вот, Донателло. Ой, Донателло. Хотя да, Донателло Космос. Мы же его тоже переводили в ранг, да, в платиновый. Не для того, чтобы на него просто так смотреть, а для того, чтобы его прокачать. Вот что я тебе скажу. Ну, как ты понимаешь, здесь все у нас прошло идеально. Смотрим. Самурай 3 звезды, а место 56-е. Ну вот, уже какой-то пошел профит, скажем так, да? Какой-то выхлоп. Уже, как говорится, весело становится на душе. И мне, и моим персонажам. Ну вот. Не могу вытянуть 14-19. Прикинь. Рогом уперлись и не дают. Специально причем не дают, смотри. Вот же чары, а. Че же они боятся-то, я не могу понять. Они боятся, что я слишком сильно бустану. Вот что они боятся. Ладно, погнали. Блин, тут майк этот. Оу. Ну, здесь можно, в принципе, воспользоваться услугами наших хаев. Тем более, как ты видишь, персонажики у нас все-таки заканчиваются. Угу. Вот вопрос такой. Сейчас зэк бросит бомбочку, да, свою? Он сможет кого-то с собой захватить, перехватить или нет? Давай посмотрим. Твою ж дивизию. Ничего себе, сможет ли он кого-то прихватить. Да он полкоманды здесь разнес одной бомбочкой только. Несмотря на то, что он 80 уровня, а противники были 46-го, 47-го, ну практически 50-го. И как видишь, все отлично получилось. Но он почему-то работает хорошо именно с такими вот, со слабыми противниками. Когда выходит наравне, он начинает плыть, фейлиться и тому подобное. То есть от него идет выхлоп хороший только на слабачках.
Ну что, дадите мне вознаграждение. Вот, 15-19. Я как раз и ждал этот момент. Так, Лео, подожди. Раз, два, три, четыре. Так, 57-й, 56-й, 55-й. И возьмем, наверное, с тобой Ванюшку. Ну, Ванька здесь, сам понимаешь, нахлобучит из своего пулемета только шорох. Так что давай. Делает Майки, конечно, первым ход. Но у него такой ход детский. Тут либо пулемет, либо базука. Давай базуку, наверное, все-таки. Я манал. Ребят, просто одного залпа было достаточно. Хотя, возможно, и пулеметной дроби тоже было бы достаточно. Но мы уже не стали с собой рисковать. Потому что все-таки самый последний навык, он считается как ультой. Ну, а мы с тобой все у нас. Как говорится, 62-я позиция. Думаю, сейчас мы все, две звезды перейдем. Так, 15-19. А вдруг дадут все-таки 16-20 или 15-20, как у них. Вот, смотри. Видишь? Так, ну и здесь уже, наверное, придется все-таки брать тяжелую, так сказать, артиллерию. Потому что персонажи уже практически все закончились у нас, я имею в виду, из слабого разряда. И приходится брать хаев. Так, ну что, Бакстер Стокман делает волну. И, прикинь, ни на кого не повесил постепенный урон. Вот это он дает. Так, ну-ка, минус Хан. Дальше у нас... Так, этот делает иммунку. В плане, я думал, сейчас хотел сказать уже минус Донателло, но не тут-то было. Тыч. Отлично. Почему Донателло видение здесь сделали именно с топором? Ну, совсем же не похоже на посох, на самом деле. Лучше бы тогда уж поставили его с алебардой с какой-нибудь. Но не с топором. Тем более топор это, знаешь, который в древние времена, ё-моё, применялся для рубки поленьев больших. Но не как боевое оружие. Так, ладно, 16-я позиция. Поехали дальше. Здесь у нас 15-19. И сейчас, скорее всего, они упрутся рогом, не дадут мне. Хотя нет, даже двоих дали. Ну, я возьму, наверное, вот, нет, вот этого. Так, а у нас сколько здесь осталось-то всего лишь? Крохи, да и только, получается. Слушай, как думаешь, выстоим мы здесь против них? Вот своим отрядом этим. Да, в принципе, должны, если Карайка плюс Змея Карай сделают по своей супер атаке плюс Змейка Вюн, да, в общем, все будет отлично. Делаем так, плюс выстрел, плюс супер атака от Шредера. Все. Три супер атаки хватило за глаза нам разнести вражескую команду. Тогда перемещаемся с тобой дальше. И сёгуны, две звезды. И место у нас 73-е. То есть два поединка сыграем, и мы с тобой будем в сёгунах три звездочки. Слушай, буст действительно удался. Блин, вот же твою налево. Слушайте, друзья мои, напишите мне в комментариях. Мне просто сказали, что, по-моему, прививку уже делать не обязательно. Так как я телевизор не смотрю, а из вас наверняка кто-нибудь смотрит, может быть, в курсе, нужно делать или нет. Ну, то есть в обязательном порядке или все-таки уже отменили. Буду очень признателен за такие новости. Хотя почему я вас этим вопросом должен напрягать? Не, ребята, даже не вникайте. Сам разберусь. Так, ладно. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ну, достаточно будет одного удара именно нашего Армагона, чтобы, скорее всего, они здесь все упали. Да, так и происходит. То есть, получается, мы сегодня с тобой доходим, как и в прошлой серии, до Лиги Сёгунов, три звезды. И вот это я называю действительно буст. Можно, конечно, и дальше продолжать, но для этого нам придется тратить откаты. А зачем? Мы этого делать не будем, потому что все равно будут откаты. Будут, как говорится, потери мест. И ты просто в холостую спустишь все свои откантики, когда ты можешь их приберечь, подкопить. И уже, например, через 2-3 дня выйти на достаточно высокий уровень и их потратить. И продвинуться уже дальше. Причем
после того, как ты продвинешься, там будет более надежное, как говорится, стабильное положение, тебя не сбросят. А здесь, как всегда, завтра заходим, мы с тобой находимся где? В самураях 3 звезды, это как стандарт у нас. Ладно, поехали. Так, Майки красавчик, двойной атаку сделал, плюс Супер Шреддер делает свои клинки. И этого достаточно было. Ну и, судя по всему, у нас последний поединок. По-моему, персонажей больше у нас нету. Все закончились, иссякли. Но мы с тобой попадаем в Лигу Сёгунов. 3 звездочки, шикарно, я очень рад. Так, теперь высматриваем кого-нибудь пожирнее. 16-21. Ну, 22 здесь вряд ли дадут, да? 16-22. Так что давай возьмем вот этого. Раз, два, три. Ой-ой-ой. И закончились персонажи. Ну ладно, придется потратить здесь 2 отката. Только лишь для того, чтобы у нас была с тобой полная команда. Чтобы получить, ну, полный выхлоп. Полный профит. Поехали. Так, сделаем, наверное, вертушку от Усаги. И, скорее всего, этого будет достаточно. Хотя не уверен. Видишь, что вышло. Ну вот и все. Супер Шреддер, естественно, добивает Рокстеди, и мы с тобой выигрываем. И смотрим, куда мы с тобой переместимся. Я думаю, где-то будет, наверное, 50-я позиция, скорее всего. Да, 49-я. Ну вот, в принципе, и все. Я хотел зайти в магазин и кое-что посмотреть. Именно по жетонам. Да, ребята, мы можем брать с вами ДНК на Микеланджело. И, как ты видишь, уже 82 ДНКшки из 100. То есть, получается, 18 нам нужно всего лишь надыбать. И будут у нас все черепашки именно из космоса прокачаны. То есть, они будут ожидать только лишь платинового повышения. Так как Донателло у нас уже прокачанный, остается Раф, Лео и Майки. Ну, как по мне, я бы, наверное, все-таки взял бы Лео в следующем на прокачку, именно в платину. Если вы выбираете из 4. Кстати, я до сих пор не посмотрел, какой у него суперудар-то. Некогда было. Так, что у нас по жетонам? 470, ну, конечно, этого мало. Очень мало. Так, а что это я колоду не забрал? Интересно мне знать. Кирби, да? Выпадает нам. Окей. Так, я не знаю, стоит ли сегодня заморачиваться с испытанием. Кто нам нужен? Ага, Майки. А кого дадут? А дадут нам с тобой серьезных конкурентов. То есть, вот, вот всех, кого нам дали для этого события. Ну, полностью мы с тобой его пройти не сможем. Это я тебе точно говорю, поэтому Микеланджело Космос сразу же отпадает. Максимально, что мы здесь можем с тобой получить, это Микеланджело Видение. Все. Больше нам ничего не светит. Остальные у нас есть. Поэтому это получается заведомо, ну, провальное, так скажем, событие. Не потому, что оно неинтересное, ребят, нет. А потому что я его не смогу пройти в связи с тем, что у меня очень мало прокачанных здесь персонажей. Если бы хотя бы был бы Рокзар, Крис, Зек и Джастин соточкой, мы бы это событие с тобой проходили бы на раз-два, вот поверь мне. А так как они 80 уровня, да плюс еще тут, как ты видишь, пиццелицей 55 затесался, ну, естественно, здесь, ну, не получится элементарно. Да и ладно, в принципе, я не особо-то расстроен. Ну, не получим на одно ДНК меньше. Или вообще без ДНК. Ну, главное, что здесь получим все-таки на Видение Микеланджело. А их, по-моему, нам нужно на порядок больше, чем космического. Так что, в любом случае, мы с тобой выходим в выигрыше. Так, белочки эти отдупляются, и мы с тобой двигаемся дальше. Это у нас получается сейчас будет третье испытание. Так, Микеланджело. Вот, Видение. В принципе, после него можно даже уже и не рыпаться. Нет смысла. Так что давай, делаем автобой. Бомбим, тут как раз 3 волны. Раз, два, три. Быстренько с ними разбираемся, ну тут
потому что и уровень соответствующий, 35-й. Тут даже пиццелицы чувствуют себя королем на боевой площадке, несмотря на то, что он 55-го уровня. Так, ушатали, подбили и подбили. И, кстати, можно сейчас, в принципе, посмотреть, можно ли здесь пофармить черепашку Донателло, ой, Донателло, Микеланджело, видение. По-моему, можно. Да, но такой шанс маленький, зато две ДНК. Подожди, вот, вот здесь даже выгоднее, чем здесь. Так, ну что, ребята, а сколько попыток-то мне там? Две. Ну, давай рискнем. Ё-моё, не то сделал. Не то. Подожди секунду. Угу. Ё-моё, всякие кружки, фигнюшки. Не то, что нужно, выпадает нам. Все, ребята, кстати, у меня заканчиваются телепорты. Сколько стоит там следующий? Окей, берем, да? 250 штук. Ну, просто без них никуда. Так, здесь выполнено все. Здесь осколки я не буду их, наверное, брать. Они нам как бы не нужны. Список. Ага, список. Пицца есть у нас? Есть. Поэтому давай-ка мы с тобой попробуем дальше прокачать вот это вот метание пил. Тут, как видишь, нам нужно еще три наушника найти. Поехали. Одни нашли. Сейчас, 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 подожди. Да ёк-макарёк. Да какие там семейные, блин, традиции. Журнал мне тоже находит. Вот, вторые. И давай последние. Третий. Так, три наушника нашли. Значит, нужно еще 10 ящиков с инструментами. Насколько мы знаем, эти ящики довольно легко фармятся. Поэтому давай-ка мы с тобой, наверное, их найдем. Именно в этой серии, потому что, ну, пиццы должно хватить. Наверное. Я уже сбился со счета, если честно, какой-то ящик у нас по количеству идет. Ну-ка. А, еще три. Раз. Два. И последний. Три. Все, прокачиваем ему метание пил до 5-й ступени, получается. И здесь, в принципе, тоже не очень много чего найти. 6 вот этих вот комиксов. 6 комиксов. Короче, будем сейчас всю пиццу с тобой здесь дотранжиривать. Так, один комикс я нашел. Второй. И, по-моему, пицца... Да, пицца закончилась у нас. Ну что, 2 комикса. То есть, получается, нам нужно еще найти 4. И 12 номеров. В принципе, неплохо. Сейчас я никого не буду, ребята, повышать по уровню, потому что задания как бы у нас нету. Оставим тогда на следующую серию, да? А там кто у нас будет на прокачке? Слушай, а что у нас на доктора Роквелла не хватает одного ДНК? Вот это новости. Блин, я заинтересован, ребята, в том, чтобы нам как можно быстрее найти жетоны. Да-да-да, именно жетоны нам нужны для того, чтобы прокачать Роквелла. 710 штук, блин, ну это много, конечно. Но у нас будут с тобой события, так что я надеюсь, нам все-таки это все выпадет. И как можно быстрее. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Для
Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя. Черепашки-мутанты ниндзя. Черепашки-мутанты ниндзя. Юные таланты.